Всем привет! Решила заново возобновить, так сказать, ветку игры в Master of Orion. Как-то я уже начинал на своем канале это делать, но забросил там в связи с различными другими играми, ну и другими проблемами. Ну а теперь думаю немножечко позаписывать. Тут все-таки добавилось уже много чего интересного. Вот, и думаю, неплохо бы это дело посмотреть. Так, давайте посмотрим. Начнем, конечно, новую игру. И я, как обычно, за людей. Люди мне нравятся. После многовековых внутренних распри почти полностью... У них довольно-таки хорошие статы на торговлю и дипломатию. Торговля наше все. За счет денег можно неплохо развиваться. Другие расы, конечно, есть, как вы видите. Вот. Не все, конечно, у меня расы есть, эти я еще не покупал. Но и пока сильно не хочется. После многовековых внутренних распри. Надеюсь, там вы все успели прочитать. И так, смотрим. Тип галактики, круглая. Давайте ее сделаем спиральной. Как наша, собственно, сейчас галактика. Размер галактики, да почему? Давайте огромным сделаем, чтобы больше народу с нами играло. Возраст, зрелая, молодая, старая. Пусть будет зрелая. Так, численность планет. Определяет численность планет в системе для всех типов звезд. А здесь установят классы звезд и типы биомов планет галактики, а также их распространенность. Ага, понятно. Стадия развития устанавливает известные технологии и состав флота для всех рас при начале игры. Декосмическая, ну, как бы не хочется. Давайте сразу космическую, там мы, помнится, появляемся сразу с космическими кораблями и с изученной технологией, ну, плавания в космосе. А докосмическая нам придется технологию изучить, потом еще тратить ресурсы на создание кораблей, а это долго и муторно. Так, уровень сложности. Обычный, простой, сложный, очень сложный, экстремальный. Ну, оставим обычный. Противники ИИ. 7. Тип игры классический, быстрый, героический, титанический и собственный. Это у нас как? Предоставленные параметры темпов исследования, производства и роста населения. Ясно. Вариант галактики давайте подтыкаем. Ну все, и можно начать игру. Вот, дипломаты, мораль еще плюс 5, начальных технологий госуправления. Дипломатия. Отлично. И вот торговля, 25% больше кредитов. Нам очень нужно торговать с расами. Уже потом с ними воевать, поначалу торговать будем. Давайте начнем. Республика людей. Осуществив давнюю мечту, некогда считавшуюся недостижимой, человечество создало единое общество торговцев и дипломатов, исследователей и ученых и отправилось покорять последний рубеж. Люди приступили к исследованию глубин космоса в поисках иных цивилизаций, дабы мирно сосуществовать с ними на принципах силы и взаимоуважения. Ну, по мне так, друзья мои, когда человечество выйдет в космос, ему будет абсолютно плевать на различных жителей галактики, в плане там всяких пришельцев. Нам необходимо будет заниматься жесткой экспансией близкого космоса и колониальными, ну, не войнами, а колониальным развитием. То есть, чем больше колоний, тем сильнее наше будет государство. То есть, необходимо будет искать новые площади для жилья и заселять их. Вот. Такое вот мое мнение. И что другие расы нам, по сути, нужны будут так, либо для торговли, либо для обмена технологиями. Но какие могут быть у отсталых, то есть нас,
технологии для рас более развитых, непонятно. Если мы, конечно, только не найдем на планетах зарождающиеся расы. Но это тоже фантастика пока. Сейчас у нас более реальные проблемы, а это сейчас будем развивать нашу колонию здесь. Так, давайте сразу раскидаем разведчиков. Пусть изучает. Так. Здесь у нас прохода нет. Варп. А здесь... А, нет, есть проходы, да. Сюда надо будет отправить. Так, смотрим, как ты там будешь. Давайте его так сразу отправим. Поближе к Солнцу, к центру галактики. И здесь он посмотрит, да? Нам надо бы хорошую планету найти, чтобы отправить туда наш корабль. Так, и начнем с развития Земли. Давайте на ученых маленечко подвинем, но зато усилим прирост населения, да? Так, кстати, давайте сразу посмотрим. Лаборатория. Ну, почему нет? Давайте построим. 6 ходов. Так, если, то 5. Так вот, 4. Тоже 4. Гладуха. Вот так нормально. Сейчас посмотрим, как будут у нас технологии, кстати, изучаться. Так, давайте пока их так поставим. Выберем исследование. Наши ученые в нетерпении. Каковы приоритеты? Сейчас глянем приоритеты. Нам надо гидропонную ферму. И это у нас что, биосферы? Давайте. 14 ходов. Офигеть. Смотрим. 8 ходов. Чувствую, придется так оставить. Как раз это построится. Вот. Как-то, блин, все это кривенько, кривенько. Придется, наверное, так и оставить для начала. Ничего не поделаешь. Что у нас с моралью? Налоги минус 30. Плюс 30, особенности расы. Можно 5% даже скинуть, да? Давайте попробуем. Вот так вот сделать. И что у нас тут с моралью? Минус 5. Ну, пока нормально, оставим так, как есть. Ну, дайте мне нормальную землю. Хреновченко. Высокая гравитация, гигантская, газовый гигант, крупные. Ничего сюда не сделаешь. Пираты. Отлично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Он раньше успеет. Надо, наверное, тогда сюда фрегат ставить. И на защиту его. А разведчика мы тогда вот сюда отправляем. Чтобы его не сожрали раньше времени. Так, что мы имеем? Низкая гравитация, сверхбедная, океаническая и средняя.
Галактики. Большая часть покрыта водой. Планеты со сверхбедными запасами обладают очень малым количеством полезных ископаемых. Уменьшает производство, но зато можно тут население развить. Давайте сюда отправим наш колониальный кораблик. Так, характеристики. Тундровые планеты характеризуются суровым климатом с жестким бурями и низкими температурами. Планеты с бедными запасами отличаются скудностью полезных ископаемых и невыгодны для развития промышленности, продовольствия и производства. Здесь есть черный кварц. Так, тут что-то моргает, смотрите-ка. Ну там пираты скачут, так что давайте-ка пока сюда. Делать нечего, будем ждать. Сделаем так. И всех сюда на продовольствие. 4, 3. Открыто достижение голодная игра. Прикольно. Так, ну давайте. Надо увеличить немножко количество. Фига себе, 7. Офигеть можно. Вон там пираты тащатся. Смотрите-ка, какие молодцы. Надо усиливать наши технологии. Будем мочить их. Прекрасно. Давай-ка сюда. Ну что, колонизируем? По идее, океанические планеты должны быть богаты, очень богаты кислородом и, соответственно, пищей, поскольку в океанах ее выводится дофига. Так, и тут у нас... Ну, давайте попробуем выбрать производство. Что там у нас с моралью? 65. Ну, давайте поддержки населения. Придется ее покупать, конечно. Смотрите, вообще не строится. Так что будем ждать, когда здесь народ разовьется. А это пусть пока стоит. Тогда можно смело так вот сделать. И ничего не изменится. Здесь один до прироста населения. Отлично. В эфире GNN. Галактическая служба новостей. Бесцельно блуждая в потемках галактики, Прайд Мршанов натыкается на развалины загадочного происхождения. Сообщения о сломанных носах и набитых шишках не подтверждаются. Вот так вот. Продовольствие. Следующий рост через 4. Так, давайте... еще нету, да? Два хода. Пусть будет один. Так вот. GNN. Галактическая служба новостей. Обнаружено космическое чудовище огромных размеров. Все гражданские суда призывают держаться от этого существа на безопасном расстоянии. Давайте глянем на монстра, которого мы обнаружили. Вот он где. Прикольно.
защищает планету. Два налетчика, давайте посмотрим бой. Полное управление, управление ИИ. Давайте частичное сделаем. Битва в секторе Соул. Пираты и обороняющийся один люди. Смотрите, камушки тут есть. Ну давай ты сюда тогда. Вот так. Поплыли. Пошли ракеты, родимые. Минус один. Ракеты — это круто. Сейчас восстановится. Пока лазером пусть машет. Ну, давайте, ракеты, ракеты. Что там у нас? Так долго. Ядерная ракета. Все, пошли три штуки. Все, минус один. Красота. Шесть процентов урона. Давайте его отправим к земле ремонтироваться. Пусть охраняет. Наши ученые совершили открытие. Отлично. Гидропонная ферма. И нам нужен эсминец. Чтобы пиратов вот здесь уничтожать. Так, тут у нас... Ух ты! Серпента. Планеты земного типа отличаются большим запасом пресной воды, умеренным климатом и богатством растительного и животного мира. Планеты с бедными запасами отличаются скудностью полезных ископаемых. Артефакты. Ну вот, сюда мы следующего поселенца отправим, друзья мои. Что у меня с производством? С производством у меня пока не очень, да? Если мы сделаем вот так. Так... Вот это. Вот так быстренько строить. 5 ходов, 4. 4 хода. Давайте построим 4 хода, чтобы у нас еще было больше производства. Так, что ты восстановился? Походу восстановился. Давайте его обратно сюда. Защиту поставим. Так, 3 хода, 7 ходов до этого. Понятно. Здесь производство отсутствует, но потихонечку растет население. Не очень. Вулканическая планета. Кстати, пора вот сюда ползти. Так, плохо. Что здесь нежилая планета, так бы мы ее, может быть, перекрыли от дальнейших поползновений сюда. Ну ладно. Построили еще одну гидропонную ферму. Теперь построим. Население должно увеличиваться быстрыми темпами. Ну, привет. Здравствуй, чужак. Я императрица Прайда Мршанов. Если пойдете нам навстречу, мы ответим тем же. Ну, давайте попробуем пойти навстречу.
Ну, здравствуй. Слушаю. Требуется посольство. Ксенодипломатии навык нужен. Отлично. Ждем ксенодипломатию. Значит, где-то здесь они недалеко. Надо будет их... О, блин, гады. Встали. Не-не-не. Давай-ка ты просто... Тогда... Нет. Нет. Вот, вот сюда. Даже вот сюда полетишь. Ладно, пусть ползет. Видали, гад, ползет туда. Не будем пускать туда. Так, ну, в принципе, тут мы перекрыли, чтобы он к нам не лез со своими исследованиями наших земель. Надо сюда фабрику пригнать и будет закрыть, закупорить. В эфире новости. Раса людей обнаружила космическое чудовище огромных размеров. Военные власти призывают к спокойствию и утверждают, что в любой момент готовы приступить к уничтожению космического змея. Тем временем всем судам рекомендуется держаться подальше от опасной зоны. Будьте предельно осторожны. Либо хорошо вооружены. Это тоже поможет. Вот такие вот новости были. Так... Ну, давай-ка сюда попробуем. Что мы здесь построили? Тринадцать. Пятнадцать. Ну ладно, пусть пока вот так вот развиваются. Нам этот колонизаторский нужен. Вот эту планету захватить срочно, пока кто-то другой на нее лапки свои не распространил. Графиня, бонусы. Восстановление защитных экранов, ремонт кораблей, заход. Так. Давайте наймем и назначим ее на кораблики. Я погодь. Ага, стоит. Стоит тогда тоже тут. Так. Давайте вот на этот фрегат назначим. Как назначить-то лидер? Вот, назначить. Так. Вот и выбрали. Отлично. Один корабль есть. Так, этот полетел туда. Давайте пока этого, значит, уничтожим. Ну, мы посильнее будем. Вот гад. То есть становимся тогда на оборонку. А вот разведчика отправляем сюда. Отлично. Вот это монстр. Ну давайте пока
На нас он не напал, можно попробовать успеть изучить. Надеюсь, не успеет на нас напасть. Нет, напал все-таки. Вот же гад. Да тут и смотреть нечего. Сразу же конец. Урод. Придется разведчиков покупать. Налетчик один, авторасчет, спокойненько делаем. Сюда же не повредили ничего. Засушливая планета. Давайте, наверное... Блин, нет, вот тут посочнее, да? Потом вот сюда тогда пойдем. Наши ученые совершили открытие. Отлично. Открытие — это хорошо. А что у нас с ракетами? Вот, ксенодипломатия. 27 ходов, офигеть. Давайте тогда фабрику, потом уж ксенодипломатией займемся. Опять ты к нам тащишься, вот фиг тебе. Так, фрегат сюда. Сейчас посмотрим, там, наверное, как раз пираты и находятся. Точно, пираты. Блин, они сейчас нас атакуют, и все, и кирдык. Нашему последнему разведчику. Ну вот и все. Потеряли всех. Гады. Ща я приду вас туда бомбить. Ничего. Узнаете почем фунт изюма. Так, отправляем сюда. Надеюсь, тут нигде пираты нам не встретятся. Давайте на всякий случай для... Хотя нет. Пусть стоит на оборонке. А что мы можем здесь еще построить? Разведчик, два хода, фрегат и эсминец. Давайте, наверное, эсминец построим. Ядерная бомба. Конечно, хотелось бы сделать вот так. Вот. Давайте так сделаем. Народ надо увеличить. Отлично. Увеличили? Нет, не увеличили. Значит, следующий. Вот теперь увеличили. Прекрасно. Три хода. Пусть будет четыре. Так, отлично. Так, оставим. Ну, тут уже можно даже купить. Давайте купим вот так. Чтобы хоть немножечко развитие шло на той колонии, а то совсем все плохо. Вот, вот это я понимаю. Так, тут чуть-чуть осталось, накопим и тоже улучшим. А то рост населения совсем медленный. Корабль бы восстановить.
Наши ученые совершили... Отлично, давайте улучшим все корабли. Ракеты улучшились, все, супер. Наши ученые в нетерпении. Так, теперь нам надо... Атмосфера пока рано. Ракеты, движки. Щит. Вот это вещь. Ксеносвязи. +490 мы имеем. Отлично. Давайте усиливать. Вот, отличненько. Население у нас здесь увеличилось. Ага, фиг, да? Давайте 2 тогда оставим. 7 ходов, с ума сойти. Все, 5 ходов здесь, это просто супер. Мораль надо поднимать срочно. Но ничего пока не сделаю, пока здесь хоть чуть-чуть не усилится население. Отлично, первая земная у нас планетка. Тоже надо будет купить потом, денег накопить только. А пока, в принципе, что делать? Все равно вот так, денег не приносит. В эфире GNN, Галактическая служба новостей. Республика людей наращивает мощь. Красота, мы первые. Давайте статистику глянем. Где у нас там статистика-то? График. По очкам. Тут мы совпали, да, и тут совпадаем. По армии. Маршаны лучшие. Население. Ну, у нас одинаково. Колоний. Тоже одинаково. ВВП. Ну, у нас чуть побольше. Отлично. Так, и теперь эсминец есть. Давайте его защитим фрегатом. Так, почти вроде отремонтировали, ну пусть стоит все равно. Вот, вот это я понимаю, уже 2 человека. 13 осталось, ждем дальше. Тут 27 ходов. Долго? Я не понял. Здесь эсминец есть. А, вот. Флот Б. Флот А, давай-ка сюда. Вот, 2. И этот мы чистый сюда отправим, тоже на защиту системы.
А этих мы тогда отправим уже вот сюда. Так, производство, конечно же. Готово. Наука тормозит у нас сильно, в связи с тем, что я вообще пока ее не развиваю. Но это не смертельно. Так, флот. Защита флота от лучевого, очки командования. Ну, почему нет, в принципе. Давайте его назначим также на вот этот флот пока. Ну чё ты не выбираешься? Не выбирается пока. Ну ладно, потом назначим. Лучше бы какой-нибудь, кто занимается экономикой, нам попался бы. Тут так как-то не очень. О, ща подеремся. Ну, атакуем. Вот расчет. Все, ничего не потеряли. Отлично, и сюда бомбить. Вот так вот. 7 ходов. Ну, тут уже, я смотрю, можно поднять моральчик. Хотя, если... Давайте, наверное, производство все-таки. Попробуем здесь построить. Хоть чтоб как-то по чуть-чуть доросло. Или вот это. Планету тоже надо развивать. Вот гад прилетел сюда, понимаешь? Смотрит вовсю. Да нифига. В эфире новости. Это такое откуда? Не каждый день увидишь. Да, особенно если ты гнолом. Состоятельный предприниматель пожертвовал внушительные средства. Адресат пожертвования — Республика Людей. Ну, замечательно. Ни черта себе нам денег дали. Ха, вот это красота. Так, ставим вот этого товарища сюда. На оборонку. Нефиг наши земли тут смотреть вовсю. И развиваем земли. Так, отлично, следующее. Так. Все, клево. Следующий ход. Спасибо этому дорогому человеку. Он нам очень сильно помог с развитием. Теперь у нас хотя бы здесь есть два производства, и мы можем потихонечку их тратить, пока у нас здесь растет население. Наши ученые совершили открытие. Все на связи. Отлично. Все, обломали мы того чувака. Не смог подойти к нашим землям. Ну вот и нашли мы вас. Сбросить все. Ваш отряд спускается для изучения остатков разрушенной базы пиратов. Все здания почти полностью уничтожены. Однако из-под груды обломков раздается непрерывный глухой стук. Осмотрев развалины,
вы обнаруживаете огромное количество рабов, которых пираты держали в подземелье. Вы освобождаете их и предлагаете убежище в своей ближайшей обитаемой колонии. Ну, клево, да? Космическая база, СОЛ. Давайте глянем, что тут у нас вообще происходит. И обратно отправим. Это хорошо, когда население увеличивается, да? Отлично, у нас целая куча разведчиков. Что-то они все в ту сторону намылились. Давайте их хотя бы вот так вот двоих. И тебя вот сюда. Вот так вот хотя бы. А тут что-то все в одну сторону. Так, и давайте попробуем с дипломатией посмотреть. Аудиенцию. Ну, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Слушаю. Посольство. Дело непростое, но мы с этим справимся. Согласна. Бизнес есть бизнес. Открыто достижение. Отлично. Переговоры. Слушаю. Теперь. Торговый договор. Безусловно. Ну вот и все. Надеюсь. У нас теперь плюс идет. Смотрим. Налоги 56. Так, так, так. Торговый договор 12. И содержание лидеров минус 2. Просто супер. Построим еще один колонизаторский кораблик. Население пусть растет. Здесь можно, в принципе, уже купить. Здесь у нас купить еще нельзя. Давайте все-таки дождемся, когда здесь можно будет купить. Колонизаторский кораблик у нас пойдет вот сюда захватывать. Она хоть и сухая, но зато с этой стороны мы будем прикрыты. Высокогравитация, золото. Можно будет потом захватить эту планету, я смотрю. Давайте пока сюда. Здесь все отлично. Полетели. Эй! Ладно, давайте улучшим настроение, а то совсем плохо, смотрю, у людей там. Ну вот, стали гораздо более. Казармы тоже надо построить, чтобы мораль росла. 8 человек, 12. Ладно, пусть растет. Плюс 2 какие-то. Гравитация. Ну, тут пока, да, денег нет. Но вы держитесь. Ну что ж, друзья, в принципе, за первую серию, думаю, неплохо мы развили. 3 колонии, и уже к четвертой строится у нас очередной космический корабль. И мы захватим уже в следующей серии вот тут планетку. Будет просто замечательно. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии. Всем пока.